Будущее планеты в надежных руках. Юные экологи из поселка Красное продолжают удивлять своими успехами. О новых достижениях Анастасия Соболева поделилась с Катриной Тайбарей. Уже 6 лет Анастасия является членом научного общества «Первое открытие» и активно ведет научную деятельность в сфере экологии. Девушка из поселка Красное занимается восстановлением разрушенных ландшафтов тундры. В ноябре 2020 года она стала абсолютным победителем в научном форуме молодых исследователей «Шаг в будущее». По результатам этого конкурса Анастасия получила возможность участвовать в международной научно-технологической выставке в США. Конкурс США проводился в дистанционном формате. Была организована специальная платформа с просто великолепным интерфейсом. Все там было организовано на высшем уровне. Мое направление – естественные науки. В нем самое большее количество участников собралось – 128. Там были очень хорошие призы. 30 миллионов долларов призовой фонд насчитывал. И за всю историю ICF это был самый большой конкурс именно по количеству участников. За процессом участия Анастасия в научных форумах пристально следили и помогали в работе преподаватели школы. Это был довольно длительный процесс. Он проходил не за один день. Это было в течение нескольких месяцев, когда девочке необходимо было создать несколько презентаций о своей научной работе, видеоролик снять, материалы, соответственно, сама работа отправлялась и еще полностью переводилась на английский язык. И Анастасия сама свою работу тоже полностью, естественно, защищала на английском языке. Участие в выставке научных работ в США спонсировало охранное агентство «Бикет». Анастасия поделилась с нами, что научная деятельность поможет ей в дальнейшем, ведь свою жизнь она хочет связать с экологией. Научное общество на базе школы существует уже 8 лет. За это время учащиеся уже проявили себя на высоком уровне. Они становятся победителями и призерами в престижных конкурсах. Благодаря педагогам удается поддерживать интерес ребят к науке. Успехами девушек гордится и директор школы. Уже много лет подряд наши девочки выезжают сначала в Мурманск на северо-западный этап форума «Шаг в будущее», а затем уже по его итогам некоторые выдвигаются и ездят. Ездили на всероссийский уровень, это уже город Москва, тоже форум «Шаг в будущее». В этом учебном году ученицы Красновской школы Анастасия Соболева и Александра Ирбаева принимали участие в отборе для обучения в рамках проекта «Большие вызовы». Успешно пройдя тестирование, девушки в скором времени отправятся в образовательный центр «Сириус» в город Сочи. А их старшая коллега, выпускница школы Алена Тилкова, уже прошла такой курс на базе образовательного центра. И в июле этого года отправится на защиту своего научного проекта. Телеканал «Север» желает девушкам дальнейших успехов в научной деятельности и новых побед. Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, телеканал «Север».